Записаться на пешеходную экскурсию, узнать график работы музеев или расположение зон массового отдыха – теперь все это можно сделать в одном месте – в городском саду, где открылся туристский информационный центр. Павильон туристского информационного центра расположился справа от главного входа в городской сад. Место выбрано не случайно. Здесь всегда любят гулять и жители Твери, и гости города. Всем желающим специалисты центра посоветуют, как провести отпуск или выходные с пользой. Жители и гости нашего города в туристском информационном центре могут получить информацию, какие достопримечательности посетить, график их работы, где погулять, скверы, парки, где покушать, рестораны, кафе. Любители неспешных прогулок по городу тоже будут довольны. С пятницы по воскресенье в 2 часа дня в центр проводят экскурсии «Сказки старой Твери». Это двухчасовая экскурсия по городу. Знакомим с основными событиями историческими, начиная от основания Твери в 1135 году и нынешним временем, 21-м столетием. Знакомимся, конечно, и с темой Александра Сергеевича Пушкина, и с императорским дворцом, и с путешествием Афанасия Никитина «Хождение за три моря». Архитектурную планировку города смотрим, Волжские набережные. Записаться на экскурсию можно на сайте visittverь.ru или в самом туристском информационном центре.